И следующий соперник Виталия Кличко — Келвин Джонс, американец. Вновь-таки, вот она, его визитка, опыта ему не занимать. Келвин Джонс, ну, знаете, 128 килограммов веса, это солидное уже, так сказать, преимущество в ударах там, но он ниже чуть, Виталий. Как он вам показался? Потому что очень внушительно выглядит тоже. Еще бы, на 28 килограмм вес выше, чем у Виталия. На 30 боев больше провел на этом ринге, то есть на этом, я имею в виду, профессиональный ринг. Если у Виталия 6 бой, то у этого парня 36-й. Ну и чем-то он действительно по габаритам подходит таким мощным боксерам, как, скажем, Холифилд, Тайсон. Было ли у него что-нибудь подобное, вот, встречался бы он с этими боксерами? Я хочу отметить, имея такой огромный послужной список, этот спортсмен встречался с Тайсоном, он проиграл ему. Этот спортсмен встречался со многими противниками, которые с Леноксом Льюисом, с Холифилдом. У него огромный опыт встреч с противниками, которые имеют очень громкие имена. То есть его именем, титулами не испугать. Видите резкие удары, которые он бросает, удары левой. Как раз то, о чем мы говорили, чем дальше мы идем по ступеням мирового рейтинга, тем сложнее соперники. Посмотрите, он очень опытен, он боксировал уже с Тайсоном, и Кличко, как он думает, для него не соперник. Он хочет выиграть, наносит, смотрите, сильные удары. Но и получает уже сильные, потому что, очевидно, Виталий к его манере где-то за первую же минуту приноровился и... Вполне спокойно, мне так кажется, чувствует себя здесь, в первом раунде уже. И потом он меньше, не так подвижен, как Виталий. Да, Виталий предвидит его действия, и поэтому не пропускает удары. А сейчас загнал в угол его и наказывает, да, ну, под предами. А вот как соперник, который действительно слабовато двигается, он уже получил несколько ударов, пропустил их. И готов к тому, чтобы быть поверженным. По-моему, даже так. Да. Отмечу то, что против Тайсона он продержался 2 раунда. Итак, будем смотреть в будущее. А парень, в общем, менее 3 минут провел на ринге. В первом раунде проиграл. Он показывал, что я могу, да ничего страшного. Но арбитр и рефери молодец все-таки. Рефери опытнейший. Лучше так, потому что дальше могло бы быть значительно хуже. Мне так кажется, Виталий. Такие удары пропустил. Совершенно верно. Я думаю, что если бы рефери продолжил бой, то исход был бы намного тяжелее для здоровья этого противника. А так он еще порадует многих, очевидно, супертяжеловесов своим присутствием на ринге. А в этом бою все было решено в первые 3 минуты, то есть в конце первого раунда. Виталий очень верно выбрал тактику ведения боя с таким серьезным, мощным соперником.